Здравствуй, мой любимый зритель, это продолжение FFA сериала «За Корею на восьмерых» в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео и не видел первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Культуры, да. Ну, я по-прежнему получаю 112 культуры только с сюзерена, при том, что, ну, лучший момент у меня, по-моему, 9 было сюзеренов. У тебя были все. То есть, когда эти ну, все, были, да. Все, которые я вижу. Да, было такое. О, поленки перекупил. Ну, как бы, Акрополис. Давайте Акрополис. Попробуем. За каждый Акрополис по послу у меня практически... Стокгольм отправить. Ну, в основных городах всех по Акрополису. Спровоцировать. А, по этим ходом нельзя будет. Так, это тут войны. Закончили загрузку. Робототехнику спер. Здорово. Больше торговых путей. У меня почему-то показывают 2700 мощи, у тебя 1300, я ничего не понимаю. Не знаю, может самолет. Ну, самолет, наверное, да. Они, кстати, очень много жрут денег. Просто невероятное количество. Так, мне надо танки строить. Ну, сейчас электростанции достроятся. Будем корпуса танков строить. Чтобы армию армии делать. Ну, потому что ты еще не вышел. Все, один корпус мне надо сделать в любом случае. Это, кстати, большая подстава, потому что цивики у меня открыты самые последние, в том числе на производство юнитов, а юниты далеко нет. То есть я эффективно сейчас могу строить новую мотопехоту. А у меня наоборот, я по культуре от вас отстал. Ну да, то есть если грех уже в последних правительствах, я в них буду через там ход, ну через, не, через три хода. А, то есть ты даже еще не в фашизме, не в демократии? У тебя было 600 культуры, я сейчас только на 200 плюс. Ну это понятно. Нет, при том, что я вроде как на культуру, да. Блин, я надо не... сколько ну, там видишь, ускорять три корпуса. То есть надо три одиночных танка построить. У меня максимальная численность это кого-то 14. Все. А, ну. Так, вот здесь торговцы. Города не выросли, соответственно. Не позволяет строить корпуса и армии. Аэродромы строить, военные лагеря сейчас. Там еще такая подстава была, я с тобой воевать только собрался, короче, закинул специально Аманник, Кабул, накачал его послами, ну, чтобы как бы, густить эти войска. Это так идет, блядь, забирает этот Кабул. Сейчас не знаю, специально или не специально. По деньгам у вас, кстати, как? Потому что без экономических гэшек что-то тяжеловато прям. Ну, опять же, Ацтек съел. Ну да. Он единственный мускат съел, да. Не, у меня, когда мы с тобой торговали, было прекрасно. 300 ход, там все хорошо. Ну, когда мы торговали, у меня там уже электронная коммерция была открыта. Там вообще... I hate you. Давай мы не будем с тобой ссориться, и ты не будешь мне города свою религию обращать. Леш, ты ему не давай вообще, а то он так религии победит, если что. Я думаю, что я откажусь. Собственно, я тебе уже обратил. Сейчас я тебе почищу второй город. Я понял. Грек, как насчет мира? Единый бог. Я за. Как там это отвечало? Только у нас через два хода. Один, да? Ну, я, русский, я заключаю мир, значит, с греком и больше не прекращаем что-либо делать. Ты так прекратил, собственно, что-либо делать? Твои войска куда-то плывут. Да, плывут на апгрейд в современные танки.
Теперь они не поплывут греку обратно. Плывут на апгрейд современные танки и в корпуса делаться. Что было делать? Меня надо чем-то далеко плыть. Что надо было делать? Я говорю, это можно было делать, меня на территории чем-то. Почему? Мне быстрее к себе сплыть, чем высаживаться у тебя там. Не, у него же там, ну, как бы прокачанные хорошие танки были, ему нужны свежие корпуса, чтобы их в армии апать. Их не было с собой. Не, он говорит, что надо было вот, видимо, к Токио плыть и там высаживаться и там делать. По-моему, быстрее ко мне сплыть, потому что... Нет, по Ленке можно было, по Ленке чиновать. По Ленке только сейчас же обратил, он все время был греческий. Нет, ты же как сказал, по Ленке выбирай, я сразу... Нет, я посмотрел, ты там каким-то одним ю... Не, я имел в виду забирай, типа, себе забирай. Ну, в смысле, захватывай. Я его хотел захватить, потом посмотрел, что я как бы просто могу пусть он где-то греку носит. Я просто думал, что типа на Олимпию нападать, ты снизу идешь на Олимпию, а я сверху. Да нет, я бы тут, видишь, мне тяжело у него, что в самолеты, я их не планировал особо пропустить. Углубляться. Значит, я думаю, что Спарту захвачу, конечно, но я ее так и забрать не смог. Она бедная, вся расстрелянная, но забранная. Так, а кто-то закончил ход или нет? Я не закончил, у меня много чего делать надо. Вы уже... Так, раз там грек долго ходит, давайте мы что-нибудь тут в городах посмотрим, что у нас. Ну, недовольство везде, да. На производство переключу. Я как бы обращать я тебя не буду, но... Хочешь. Скверно. Будешь атеистом. Нет, это моя религия, я ее хочу. Ты хочешь ей победить. Нет, я хочу распространить у себя. Не зря же я знаю, что раньше строю. Ты там хорошее что-то? Да вообще ж херон. Ну, да. Деньги. Деньги хотя бы. Сколько? 40? Мне кажется, по 15% производства это даже лучше. 15% производства русского ты имеешь в виду? Моей религии. Не так, при чем тут твоя религия? Тут же русский пришел. Твоя религия, это ладно? Как альтернатива. Свою не распространяю, я лишь скверну убираю. Еретические всякие эти верования. Не, ну как тут религию выиграть, если... Да нет, тут невозможно. Религию основать, да и перекрестить как бы перико невозможно. Это правда. Не знаю, где у меня еще религия, в каком городе. Я просто выключу эту опцию, Алексей. Два города написано. А в Канжу я могу священное место построить? Могу. Так, давайте продам все-таки пройдемся. Так, производство. Производство. А причем на этом белом континенте, я так понял, даже люксов не полный комплект, да? Или помню, сахар, хлопок, кофе. Четвертого не вижу. Так, русский, я тебя в трире обстреляю, потому что не могу ход продолжить без этого. Пожалуйста. Вообще это просто. Правая кнопка. А можно ты рядом нажми, и код закончится. Если не можешь. Правая кнопка по вот этому значку обстрела и все. Который вот в правом углу нижнем. Ну, пускай. Ну, это так, на будущее. Poundmaker публично осуждает меня.
А, мы еще в этом ходу, что ли? Еще не закончился ход до сих пор. Вроде следующий должен быть. Следующий. А, это комп... А, понятно, комп походил. Классика. Да, в столице стал колонну транспорта снабжения строить. Самое важное сейчас. Пусть строят, колонна нормальная тема. Зря ты ее недооцениваешь. Так. А что я тут строил до этого? Что я, точнее, что я построил в этом городе? В принципе, конечно, можно и аквапарк построить, но я вот сейчас рыцарей... Блин, ну тут он достроил. Да, в одном городе этот достраивался рыцарь, чтобы в танк апнуть. Так комп его и достроил, и в танк апнул за меня. Какой молодец. Да. Только надо было его подвинуть сначала и потом апнуть, а он, ну, такой. Ну чё, грузим тогда? Нет. Надо проверить, что тут всё. Так, электростанция. А здесь... А, здесь я электростанцию строил. Достроил я ее, интересно. Да, достроил. Отлично. Отлично. Так, с ацтеком мне нечем торговать. У него все то же самое. Так, давайте глянем на великих людей. 200 за каждый тропический лес. Во, увеличение торговых путей. Я бы вот это хотел получить, может. Инвестиции в центр коммерции. Ну, и в связи с тем, что мы без научной победы, то вот это так себе. О, что он тут строит? Зоопарк. Ну, кстати, почему нет? Пускай строит. Тут торговца, универ, банк. Вот еще одно снабжение, блин. Мне бы, кстати, в подводные лодки выйти, или хотя... А, вот у меня есть подводные лодки. 13 ходов. Надо начинать строить. Да, долго. Но... Особо... В Кинджу гавань я пока строить не буду. Что тут за предложение еще? А, это тебе компьютер какой-то договор кинул, что ли? Ацтек. От чего ты отказался? Кто отказался? Я? Да, Ацтек, написано. Колт, ну, отказывается. Ну да, там он кинул, типа... Две книги, что я на шпиона. А, ну да, да. Спасибо. И тебе тоже что-то русский кинул? Да, да, да. Там тоже он у меня три книжки предлагал, твой этот меч. Спрашивающий траву. Ну, мне русский выжигает всю религию. А где же у меня написано два города? А где ж еще один? А, Пхеньян. Ну, надо вынести кри. Раз... Да, тут так получилось, что игрок опаздывал на доигровку. И он предложил, так как он тут ничего не решает, ну, всю игру, собственно, не очень... было, то есть он предложил просто доиграть без него. В принципе, такие территории неплохая, несмотря на то, что маленькая, но неплохая, но совсем он ее повторяет. А у него ганзы не в каждом городе строил? Ну, нет, ганзы у него почти везде есть, но в этих верхних только городах не было, которые совсем, видимо, недавно ставил. Но она, в принципе, у него клетки не обработанные, там, как бы. Ну, странно, он вроде не воевал особо ни с кем. Yeah, к тому же у Кри есть Колизей. У него армии не было.
Неплохое чудо на счастье. Ну и как бы районы есть, будут мне какие-то очки давать. Ну и тем более с этих городов можно русского будет ядерными ракетами атаковать, если чё. Так, современный танк. Ну, пошло строительство современных танков. Так, как же мне тут корпуса? Ну вот, два танка для корпусов есть. И этот еще один есть. Так, и надо карточку на апгрейд ставить. Что можно было немца? Возродить. Опасно. Ну, в три ремня предлагают. Блин, откуда вот этот лагерь, лагерь, что ли? Лагерь — это немцы. Уже союзы, караваны. Нельзя. Кстати, осадная башня ни во что не апгрейдится, блин. Как же? В медика вроде тоже. В медика, по-моему, все эти юниты апгрейдятся, нет? Ой, не в эту, в колонию. Вот, вот, не об... ну, осадная башня, у меня нету возможности ее апгрейдить. Нету... Написано лучше для медика. Да, ты вышел, ты что? Хорошо, а может быть такой вариант, что я просто канализацию не открыл, но я открыл колонну транспорта снабжения, это следующее. Тут же обычно... Если пропущен уровень, то тогда нет сплошного апгрейда. Круто. Да, да, да. Нет, она и дальше после медика и не апгрейдится, по идее. Почему? Медики апгрейдятся в колонну транспортного снабжения. Не, если пропущенный. Не, если пропущено что-то звено в цепочке, через одну неоткрытую ничего не апгрейдится. У меня так с пехотой было. И с этими, блин, такие. Я просто хочу этого великого человека взять. Я настроил гоплитов, думал их разом всех в ПТ-шке апгрейднуть, пока нет тупики, я их не смогу там сделать. Ну, баг там не успевал. Так, а сколько мне там не хватает? 4 хода и не хватает 3 очков. Ну, это 3 здания, например, я. Мне деньги постоянно тырит. Ужас, во что у меня 4 танка, что ли, осталось? Блин, у меня... Ай, у меня комп сделал корпуса из крутых танков, ну здорово. Я просто вылетал, и комп за меня походил. Зашибись. Ну вот, я продвинул мобилизацию. Дальше. Да, вот это неприятно. У меня комп сделал корпуса из танков 3-2 уровня. Их друг с дружкой посоединял. Мы можем загрузить. Ой, ну ладно уже. Он не все, не со всеми это сделал. С двумя, ну... Неприятно, потому что я хранил как зеницу ока. Да, я как вот тех коней, которые Японию захватывали, там, до сих пор на полёте 4 уровня. Закорпусились. А, ну вот 2 электростанции, почему они не улучшены? Построили еще нет, еще достраивали, да. Наверное, одна только построена была. Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consoleworld.ru.
Вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, и все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на consolewar.ru и после регистрации используйте словосочетание «Лёша Рептилоид». Миха и... Кто с него еще попросить? Нет, деньги он не даст. Давайте пару. Стоимость апостолов по 400, блин, почти уже. Несколько расстраиваю. Ну, потом и больше может быть. Так, карточку на апгрейд. Потом и больше может быть. Не, это понятно, я просто потому что даже у меня 150 веры в ход там. Круто, я и забыл, что ачивка такая есть. Заключить мир, который будет ходить, лифт проводить. Да там каких только ачивок нету. О, одно очко осталось. Я тут получал какую-то ачивку. Боже, у меня опять вылет. Ну ё-моё, давайте сейв грузить. Стоп, это еще следующий ход. Ну, ты ж при переходе там выйти. Ну здорово. А я вроде ходил еще тогда. Ребята, вы загрузились? Да. Да. А я в лобби вешу. Ну повиси еще немножко, тут же таймера нету. Мне пишет начало игры, поэтому загрузка не начинается. Ну, надо плыть вот эти города снизу, захватывать и все. Так, что у нас тут? Электростанция достроилась, ускорились. Ну, только сейчас пошла загрузка. Ничего. Может, ты опять на свой волшебный интернет перейдешь, где у тебя все не работает, кроме Цивы? Ну, сейчас посмотрим. Что дает вообще? А, еще и ячейка политического курса. Ну, вот удваивает текущую сокровищницу, конечно, хотелось бы как-то помощнее. То есть поменьше сейчас апгрейдов, поменьше траты денег. Ладно, я уберу эту башню, она мне нафиг не нужна. Тут интернет просто сейчас жену изгнал, она там сериал какой-то посмотрит. Нифига себе, какие жертвы. Не, он просто, чтобы есть линия была. Всех потребителей. О, еще танчик где. И он сам тут забрал. Я когда вылетаю за юнита, который я не успел походить, ходит юнит. Ходит компьютер. Боже, у меня компьютер трех шпионов в один город отправил. И они там сидят уже что-то делают. Я даже не знаю, что они там делают. А, ожидают задания, ладно. Весело. Это ко мне, что ли, он их отправил? Не скажу. Ощущение технологий.
И давайте к русскому его переведем. Где у него тут поменьше народу? О, давайте в Санкт-Петербург. У него какие-то... Хотя у него тут... Ну, тут караванчики хотя бы ползают. А, стоп. У него нету там... У него только в Москве есть. В Москве, в Токио, в Осаке. Давайте в Осаку, наверное. Так, этот что? Вербовка партизан. Скандал. Этот я в город-государство хотел. Стокгольм. Так, электростанция завершена. Господи. Все войска перебросил. Так, раз, два. Сколько у меня еще не в армии? Три армии есть, да? Современных танков. Раз. Два. Нет, вот один без армии. Два без армии. Плюс еще обычный танк, по-моему, да? Да. Что еще один танк современный давайте построим. А хотя, знаете, вообще лучше уже армии сразу строить. Поэтому военную академию. Не армию, а корпуса. То есть вот эти два танка я в армии сюда присоединю. Так сделаю. А для корпусов нужны... Для корпусов нужны... Слушай, Грека, я там тебе предложение кидал, ты его принял? Да, принял. Да, принял. Замирились. Он мне дал тут какие-то... Так, археологический музей в Каныне есть и в Санджу. В Каныне и в Санджу стоило бы археологов построить. Достроится караван, кину в Каныне, чтобы он быстрее. Хотя тут будет три хода, пока я кину два хода. О, я уже в героическую эпоху выхожу в любом случае. Может, какого-нибудь великого человека взял, не заметил? Нет, не брал. Что у нас тут по науке? 300, 500, 300, 300. Ну, нормально пока. I hate you, ты загрузился? Да-да-да, разница в силе там минимально. 10, по-моему, что ли? Кстати, вот сколько раз уже замечал, что именно вот в лейте с деньгами прям становится реально круто. Потому что юниты очень много требуют на содержание. Ну да, просто их строишь очень много. То есть ты сидишь сначала с какими-то колясками, там, если потом когда ты махаешь. Ну вот у меня, даже у меня я сейчас уже вижу, что расходы на юниты выше, чем расходы на города. Ну да, такое. У всех, наверное, так. Ну, просто церковь еще сожрал, конечно, бутешку золотую. Каким-то чертом. Короче, все воюют, и ацтек там тихонько сидит и всем гадит потихонечку. Ацтек, да. Чего ему в Москве отдался? Ну, просто, на мой взгляд, абсолютно бестолковый город. А все закончили ход или нет?
А, не, ну вроде все. Кто-то еще ходит, нет? Нет. Расширились. Союзники сообщают, что Инквизиция России поклялась искоренить всех противников сикхизма. Это жестко. Допустим, никакой ереси. Это трирема, квадрирема варваров, мой современный танк колупает. Так, построили банк, аквапарк, давайте пригород, наверное, чтобы 5-5-4, а если эту клетку еще 4 всего, блин, это маловато, 3. Ну ладно, построй тут пригород. Так, универ готов. Пригород тут не нужен, давайте военную академию. Так, карточка у меня еще стоит, да? Скидка на улучшение юнитов. Блин, или дождаться строительства. Да, я дождусь строительства уже Биг Бена. Вот куда он отправил эту. Канына. Ну, современный так. Так, это я раненого взял. Что-то я туплю, а почему мне пишет современный танк, мощь в рукопашной 65? Это так и должно быть? Где пишет? На юнити? Да. Не в техах. 90 у него мощь. Ну вот именно. Что 90 у него мощь. Вот одиночный современный танк пишет 55, корпус пишет 65. Я не понял, что это за...
Тоже не очень понимаю. Где у тебя сейчас? Попробуем. Внести себе посмотрим. Блин. Я пишу 97 на твоей танке на воде. Ну здорово. А мне пишешь 65. А, на воде. А, может так это на воде, наверное. Конечно. А, ну у меня, к сожалению, нету на. На суше, поэтому не посмотришь. Тогда ладно. Ну а где же они с самолетами, двумя атаками самолета убиваются? Ну, русский с греком замирился. У нас получилась такая типичная война 21 века. Не так сказать. Не, за территорию, ой, не за территорию, а за ресурс. Нужна ваша нефть. Я вообще без танков, не норм. И, кстати, нефти у меня, похоже, нет вообще. Даже под районами. Да не, ну, по районам где-то наверняка есть. Хотя, может, и нет. Да мне и не надо. Хотя в нанмодуле есть нефть. Правда, нанмодул ее вряд ли обработает. Так, ну у русского нету никаких городов на побережье, то есть ждать того, что он какой-то флотом приплывет, нету. У нас же это уж сложно с ними. Вот мне Эритрея волнует и Олимпия. Воу, фарусский маяк угнал. Так, имеет ли смысл тут пригород строить? Может, аквапарк построить? У меня постоянно проблемы со счастьем. Насколько он клеток работает? Аквариум на 9 клеток. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9. Ну, до этого достает. Да, достает. Раз, два, три, четыре. Ну, до этого не будет. Да. Асанджу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Давайте, наверное, аквапарк. Восхищение технологий. Восхищение технологий.
Воплин, кстати, надо бы отправить. Тоже производство. Так, ну я в героическую эпоху выхожу. Это здорово. Интересно, куда русский с греком выйдут. Смысла тогда в нем особого. Ну, конечно, лучше, чем типа. Так. Можно корпуса строить. Пока не буду менять. Так. Героический. Как и ацтек в героическом. Что берем? Международные торговые пути. 10% при предусмотрении есть промышленной эры и более поздних эпох. О, бонус за соседство камфа дает не только науку, но и производство. Нифига себе. Ну вот ты зря говоришь. Вот смотри, у меня героический век, да? Я могу взять пульс паровой машины, где соседство кампуса дает не только науку, но и производство. Ну, у тебя, потому что Корея. 2 плюс 3. Нет, почему не так? Потому что Корея. У Кореи, ну там же Савона, 4 у него, плюс карточка. А, ну да, ну я говорю, с исключением редких. Потому что обычно это плюс 2, плюс 3, 2-3 промки, это не то, что прям какой-то бешеный бонус на этом этапе игры. Давайте к оружию еще. Особый повод для войны. Понятно, что как бы он, ну, приятен, да, ты возьмешь больше. Но на самом деле, сколько ты это реально больше всего используешь. Почему-то открытые границы с Кри. О, объявить войну Золотого века, здорово. Так, один ход до окончания строительства Биг Бена. Самое неприятное, что у немцев действительно смысл захватывать не так много, потому что эти ганзы такие бестолковые. Все, он мне всю религию, что ли? Не, в одном городе иудаизм есть, а в Пуэльмапу. Парк завершен, но как-то не видно улучшения. Всего плюс 2 от Савона, потому что рядом районы поставил, блин. Вот, вот тут пригород надо. Куда мне послов отправить? Ну, чтоб три сразу было, например, в Окленд или в Нанмадол отправить. Так, кого мы повысим? Давайте вот Магнуса. Тут производство от всех ближайших. Улучшится.
Угу. Инвестиции в центр коммерции срабатывают. Еще тут один ход. И тут один ход. Ну там хороший. Хорошо, а какие еще есть? Этот я не получу. Инженер. Ну, инженера. Нет, тут не получится опять же. Ладно, давайте биржу. Сразу денег. Скандал. Ну все. Хорошо. Квачка. Вот еще ракетный крейсер можно будет строить, кстати. Так, ну и сейчас будем объявлять войну Золотого века Кри. Термоядерки. А, слушай, я что-то только не уточнил. А мы только с термоядерными или с ядерными тоже? Ядерок ограничений нет вообще никаких. Вообще, отлично. Уже 5 миллион сообщений. Успешно добыты компьютеры. Бункер объявляет мне предупреждение. Кто-то украл деньги. А, блин, у меня еще компьютер губернаторов попересаживал. Ну, Магнуса у меня кто-то просто шпионом убрал, да? Опаньки. Чё Джо голодает? А найму его за веру, кстати. Раз мне русский убрал все. Блин, хотя этот тоже хороший.
Ну. Типа, а, вот. Получилось. Так, ну что, давайте ему войну Золотого века. Очки Золотого века за то, что такую войну объявил, здорово. Так, давайте еще апнем все, что тут у нас есть. И поменяем карточку, я про это. Так, что-нибудь еще у нас? Торговец, торговец, шпион. Разведчика еще давайте. Так, пока все. Меняем карточку. Золото и вера от всех торговых путей. Или, блин, довольство. Давайте вот так сделаем. 487, да? О, больше стало. Здорово. Технологий. Так, шпионов я больше пока не могу строить. Кстати, ацтек, ты еще там не пришло тебе в голову выгодное предложение за твоих шпионов? Или не нужны они тебе? Какое сообщение? Выгодное предложение. У меня нет никаких предложений. Тебе в голову не пришло выгодное предложение по поводу твоих шпионов? Это какое выгодное? То, что я тебе даю все свои люксы, а ты мне моих дурацких шпионов? Я не думаю, что это выгодно. Я такого тебе никогда не предлагал. Ну, я тебе предлагал как? Один. Зачем мне твои люксы, если у меня такие же люксы, как у тебя? И только, ну, я игрушки. Предлагал игрушку за двоих, ты отказывался. Ну, за двоих это мало, я игрушку за одного готов тебе дать. Не-не-не, спасибо. А за шедевры ты их поменяешь? У меня снова культуры мало. Сколько-то скапает с них. Так, вообще мне надо... Так, здесь археолога. Я вот думаю, что мне бы все-таки...
здесь надо электростанцию купить. Честно, а где карточка на лодке? Не вот, не вот. Мне сейчас больше, конечно, нужны морские юниты. Вот морских юнитов одного времени до инфера в холодной войне. Да, далековато. Алексей, ты крип будешь захватывать? Ну да. Я не знаю, кстати, чего от стек ждет, тоже мог бы с другой стороны напасть. Да, у него там горы веселые. Но это ему не мешало всю войну, всю игру с ним воевать практически, пол игры. Ну да, состояние моряки. А сейчас, когда как раз можно спокойно забрать. В этом уже нет профита. Кри, конечно, вот этот атакал, вот такой прям дерзкий. Ну как дерзкий, он далековато от городов от стека был. Ну, он в смысле был просто... дерзкий, что его... Ну, первый город я у него сразу отжал, а вот как я увидел этот проход, столица... Не, проход там вообще забил. Мы там и остановились на этом. Он просто у меня был. Я выбирал, кого я пойду пилить, Кри или японца вначале. И хотя японец был дальше, но там как-то у Кри здесь вот надо было идти либо через Москву, через одну клетку, там вливаться кавалерией, ну, крытыми конями. В принципе, можно, но... Так. Уже дорогу пропустили, плюс 3 золота. За каждый специализированный район. Да, это я сейчас мощно денег поднимаю. Боже. Так, ракетный крейсер тоже надо будет поднастроить. Я могу ему взять уже. Здорово. Боже, Кри всадников в корпусах держит. Просто это пулеметная рота. Пускай они тут стоят, если что, для защиты. Мало ли что. Может, ну тут восстание мне сделают. Так. Блин, все на довольство берут, лучше бы я взял этих ребят. Надо было пропускать того. Так, современный танк тут готов. Давайте, наверное, гавань.
И дальше ядерный синтез. Потом пойдем вот сюда, в дальнюю связь. Ракетный крейсер мне нужен. Ладно, подлодки я тут дострою. О боже, сколько тут уже жилья. Я крепость запили. Не могу пить смерть. Прощальная песня. У меня они тоже перед этим пели. Ну, а, он уже тут. Немножко предсмертных заболеваний. Так, купим. Фига себе. А план там есть? М? План там есть? Не знаю. Шахты ядерные, самолеты. Это просто не танки приехали. От стека точно ядерного оружия нету. Ты откуда знаешь? Уран-то у него есть. Ну, по количеству науки у него. Ну да, он не вышел еще в расщепление. Нет, чтобы Крис спокойно со мной распилить. Ну, Колт, я все равно за тебя болею. За него все болеют, даже русские. На обычных танках против современных и вертолетов. Это... ну, это интересно. Это интересно. У него же люксов до жопы просто. А, у него же сила. Откуда у него до жопы? Четыре люкса у него. На одном континенте сидит. Он получает ведь люксы от... А, это не важно, должно быть обработано. Да? Нет. То есть, если мы будем с ним торговать люксы, то он не получит. Ничего не даст. А посмотри, какая у него сила от люксов. Сколько просто ему дается от люксов. Ну да, за каждый обрабатываемый редкий ресурс на территории... То есть, у него только плюс 4 должно быть. Ну, может, там он морской где-то обрабатывает еще. Апельсины, серебро, оливки. Да просто наведи русский на его юнит и посмотри, сколько ему дают бонуса. Трюфели. Больше ничего не вижу. Я просто... Ага, вот. Плюс 4 бонус поддержки. Что так притормаживать? 4 бонус. 3 за идеальную отличную оборону. А ты в стратегическом? Я что-то вообще не вижу. У Ацте какие-то бонусы от его. Я вижу плюс 4 бонус поддержки. Плюс 3 за идеальное место, плюс 5 от речной обороны и плюс 5 от полководца. Все. Плюс 5 там от люксов, плюс 5. Да. Ну вот мне не показывает почему-то. Ну плюс 5 тоже неплохо, в принципе. Мапучи со своими плюс 10, например, от меня отбивался юнитами прошлой эпохи. Но это плюс 10. И это отбивался, а не нападал. Колду просто, видимо, надоело сидеть. Ну так крив он есть, на которого можно напасть. Колду-то он профит с этого никакого уже не получит.
Я почему с этого города, чтобы они не отваливались по лояльности. То есть надо будет вот этот захватывать, потом этот, вот так. Такая лазейка, чтобы русский поглотил ацтека и смог в случае, ну, смог иметь контакт с корейцами тоже. Мы и так сейчас будем иметь контакт, когда я Кри поглощу. Будет корейцы со мной, а тут будет меня. Но это не одно и то же, да. У вас, ну, контакт для ядерки. Потому что если он захватит ацтека города, он, наверное, сможет тебе столицу. Не переварю это все. Удовольствие. В стратегическом или в 3D? Блин, в 3D всегда у меня пункт ворот. Просто вот именно в стратегическом, когда очень много юнитов, и там из-за, ну, переавтоматического переключения юнитов, там очень жестко присит. В 3D такого почему-то нет. Ну, я не знаю, я не знаю, блин, Кри, ко мне. Блин, ко мне тут десант Кри плывет, всадник, арбалет и мушкетер. Такие суровые ребята. Здесь, по-моему, археолог. Все грабит. Здорово. Так, ну хоть со счастьем у меня. Нормально стало. Боже. Превышение жилья просто огромное какое-то. Сколько анархия длится? Ты в анархию вышел? Ну, я думаю над этим. Без понятия. 3 или 5? Вот, я хотел тебе сказать 3 или 5. Минимум 3. А чем дольше держалось прошлое правительство, тем больше. А у тебя сейчас грех какое? У меня сейчас коммунизм. Коммунизм, ходишь в демократию, а потом обратно в коммунизм? Или в фашизм? Обратно в демократию, в которой я сидел до войны. А там, если что, обратно в фашизм. В фашизм я уже тоже был. А. For 3 turns. Окей. Перевесит ли гешефт? Но мне ядерки в первую очередь надо все равно на грека сбрасывать.
особенно на Эритрию. Не, думаю, не перевесит. И захватывать ее кораблями. Давайте посмотрим на военную мощь. 2241, 1200, 2300. Ну, мне корабли надо строить, корабли. Туризм заход. Кстати, не, ну туризмом он тут вряд ли победит. У них культура немерена, они просто очень быстро... Ну, у грека конкретно. Русского, конечно, побольше, чем у меня, но это не немерено все-таки. Ну, вот и наука у грека вернулась. А когда у меня там шпион в Стокгольме? А, он Женеву перекупил, стояночка. А, уже заканчиваем ход, надо Женеву обратно перекупить. Она все-таки плюс 15% ему дает к науке. Это плюс 15%, когда ты не в войне. Танк стеков разграбил лесопилку. Да и Виктор там вроде сидел. Этот город мы оставляем уже. Тут у нас кампус. А, тут только кампус, блин. А, нет, еще и промышленная зона. Ладно, оставляем. Нет, без РТ это не побывается. Блин, за один ход современным танком все берется. Он не высадился еще. О, высадился. Сейчас эти сделаются. Как их называется? Ну, короче, апгрейд на артиллерии. Археолог, там два хода до возможности ядерки строить. Так, а теперь давайте ликбез ядерки, чем можно сбрасывать и чем можно термоядерки. Ну, термоядерки я как раз знаю чем, а вот ядерки только самолетами и шахтами. Ну, подлодками. Типа военный инженер. Ядерки, не термоядерки, имею в виду, ядерки. Ну, под лодками тоже? Тем же самым, чем и ну, как бы имелось в виду, что они, по идее, разный способ доставки, потому что термоядерная это ракета, а ядерка это бомба, типа, вот, разница. В смысле? Это что-то боеголовки. Можно запихнуть что туда, что туда. Как ты бомбу сбрасываешь из подлодной лодки? Запихнуть можно, но бомбу, ракету, понимаешь, ты, бомбу надо куда-то доставить и сбросить. А ракета, ты ее запускаешь откуда хочешь, и она летит по твоему направлению.
куда ты скажешь, ну, на цель, когда ты ее навел. Ядерки обычные можно запускать с подвода. Понял. Мне нужны военные инженеры, в общем. Тут же что-то, что-то, это ну, ядерное и термоядерное устройство. А средства доставки, соответственно, ракеты из шахты, ракеты с подлодки или бомба с самолета. Построим Эйфелеву башню, почему нет? Ты в Кри хочешь запустить? Что три? Почему три? Вот Кри. Фаундмейкер. Нет, зачем? Мало ли. Я тоже думаю, что это было бы зря. Диверсии, знаете, мгновенно обосновывается. Значит, или в меня, или в русского? Кто чего у русского? Не отходил. Я хочу иметь их и знать, как их кидать. Кого я запущу, это другой вопрос. Так. Тут военного инженера. Строим здесь, ремонтируем монумент в первую очередь. Ну, чтобы культуру получать. Канди. Я у них выполняю задания какие-то. Так, я хотел Женеву перекупить. Это слишком круто для грека столько науки иметь. Восемь науки, восемь производства. Фига себе. Это чудо, что ли, какое-то? Нет, это просто от Кремля здесь. А где Кремль? Ой, не Кремль, собор Василия Блаженного. Вот он. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're misinformed. Так, пока ничего не меняем. Сильная тут лояльность. Ну, должен успеть захватить. Ого. А чё так слабенько? Внезапно стало. Тут вообще всё быстро падало. Раньше генерала. А тут, наверное, этот Виктор сидит. Точняк.
Так, Магнус уже прибыл. Нет, еще едет. Ну, кого повысим? У меня в Янсане нету губернатора. Надо в Янсан, кстати, перевести. Вот хотя бы Амани. Это компьютер мне все перебрасывал. Так, Пингала. Пингала, по-моему, там дает при строительстве зданий на Театральной площади. Вот. Это неплохо. И тут надо Театральную площадь, собственно, построить. Хотя там Нет, там есть Театральная площадь. Археолога там. Так, мгновенно обосновывается во вражеском городе. Куда мы его? Давайте у ацтека что-нибудь поворуем. Я думаю, у него сопротивление поменьше будет. Отправляем их к себе. Рабочих. У меня-то тут все. У него, точнее, все уже сделано. То у меня ничего нет. Нечего похищать. Здорово. А что он еще делает? Технологии, время выполнения снижая вероятность побега. Так, давайте к греку. Нет, не в Эритрию, давайте в Олимпию. Здесь пригород завершен. Гавань. Водяная мельница, пригород. Да, все-таки Виктор классный губернатор. Вот я современными танками два удара корпусом. Стена падала, а в городе, где сидит Виктор, даже четырьмя танками я только снял одну треть. Как говорится, ну, видимо, еще и Кри его прокачал так серьезно, когда воевал с ацтеком. Так у него же Виктор в этом... Пихта-каханапивине. Ты уверен? Тебе видно? Да, мне видно. Ну, тогда у меня нету объяснения, почему так... Хреново падает крепость, падает стена в этом. Может, три... разные стены. Тоже думаю, что разные стены. Он же еще не в этом, не в столе варенья. Он у него стены именно. То есть он, вы думаете, он построил здесь стену возрождения еще? Комп там мог чего выработать. Супершпион. Молодец, да. Научите меня так делать. 150. А, 100 точно. 150. Просто там 5 100. Юнитов сходило, у меня еще часик уходит. Mm.
О, части вражеских послов изгнали из Стокгольма. Здорово. Приговорить скандал, партизаны, диверсии на родной территории, беспорядки. Давайте беспорядки, но я пока оставлю здесь и буду еще убирать шпионов, не шпионов, послов. Так, он действует на эпохи атома, на юнитов эпохи атома. Так, какую следующую брать? Наверное, вот этот. Кстати, те карточки на танке. В фашизме. О, так у меня нету в Чунжу театральной площади. Отлично. Очень хорошо. Сейчас мы ее построим. Еще военных инженеров. Отправляем к Кри. И строим тут пусковые шахты. А грека будем вот с подлодок забрасывать. Где подлодка-то? Надо в ядерные подлодки выйти, но я, собственно, в них и иду. Два центра вещания требуется. Биржа завершена. Может, развлекательный комплекс? Сделать или театральную площадь еще. Давайте театральную площадь. И тут подлодка завершена. Еще одну. Девяносто два маловато. Но у меня сейчас сядет Магнус. Будет побольше производства. Но вообще 92 мало. У ребят там явно больше. Особенно в этом. В Эритрии. Так, мне надо где-то караван купить. Эти, наверное, в Каныне.
все еще отваливается. Ого. А, минус 1/10 вход. Минус 0.4, это нормально. Нормально, не отвалится ничего. Производство офигительное. Так, мы тут с ним ждем апгрейда в более крутые подлодки. Решили проект Манхэттен, подлодку сделали. В каждом городе обладает отличным вкусом. А, получен супер шпион. Великий человек нанят и отряд с отличием повышен. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!